Мужики, всем здорово, попали на мой канал Дядя Никит. Сегодня у нас с вами будет новый день, соответственно, новые фильтры. Это, скорее всего, будет последние фильтры в этом году на этом канале. Или же вообще последние фильтры по этой FIFA Mobile, я еще не понял. Потому что фильтры сейчас уходят на второй план. На первый план приходят новогоднее настроение, Новый год и новогодние рубрики. Уже традиционные рубрики на моем канале, связанные с Новым годом и так далее. Поэтому фильтры, скорее всего, идут на потом. Но если вдруг каким-то магическим образом эти фильтры наберут около 300 плюс просмотров и около 20 плюс лайков, то я, скорее всего, еще сниму фильтры в этом году на этом канале каким-нибудь магическим образом, либо в следующем году. Короче, вы знаете сами все прекрасно, поэтому ждите, лайкайте. А мы начинаем, пацаны, сегодня у нас будет интересные два фильтра. Поехали. Заходим, и сразу у нас уже первый фильтр будет, и сегодня говорю, два фильтра. Первый фильтр мы ставим 109+, вот здесь вот. Выбираем все позиции, абсолютно все позиции. Так, окей, выбираем все позиции, кроме ЛФД и ЦФД, по-моему, да, если я ничего не путаю. Нажимаем поиск, далее мы заходим в цену. В цене мы ставим максимально 870 тысяч монет, рекомендую ставить. Не больше, не меньше, лучше желательно вот такой промежуточек оставлять. И программы мы ставим абсолютно, неважно какие, главное, чтобы Лига Чемпионов, Лига Европы. Самое главное, вот эти вот последние события, потому что на них тоже очень много игроков. Запоминайте все прекрасно сами, нажимаем сохранить, и в поиске должны выходиться очень много игроков. В принципе, так и получается. Вы видите то, что в основном выходит Дафи, Диего Лопес и Мичнел. Мухнел, короче, как-то так. И все эти игроки вы видите, то есть этого даже Тадича можно спокойно купить в теории, да, вот вы видите. Нападение, центральная полузащита, то есть видите, да, в целом очень много игроков, но в основном эти игроки из нового события, межсезонного мороза, и в основном их промежуточный ценник около 820-830 тысяч монет. Вы их ловите за 810 тысяч, 820 тысяч монет и перепродаете за миллион монет. Спокойно с одного лота можно иметь миллион монет, если вы делаете все правильно. Так что за 820-810 вы выкупаете игроков любого типа, да, вот из этих всех, и продаете за миллион монет. Спокойно должны улетать, потому что непроверенный чувак спокойно покупает такие большие ОВР. Никогда такого не было, что большой такой ОВР стоил так дешево на рынке. Но именно в этой фифе это возможно. И именно в этой фифе много игроков зарабатывают большие монеты и не парятся об этом. Поэтому вот такой вот способ. Это первый фильтр. Переходим ко второму. Второй фильтр не такой популярный, но он самый такой известный, который я пользовался и в сентябре, и в октябре, когда еще не было так развито большие рейтинги. 95/150 ставим. Цену мы с вами ставим 110 тысяч монет. 110 тысяч монет. Блять, зачем-то 11 поставил. 110 тысяч монет. Ставим цену. И программу мы нажимаем точно так же, как и здесь. Лига Чемпионов, только при этом добавляется звездный абонемент, Лига Европы и вот эти вот последние события, которые тоже должны быть. Поэтому нажимаем сохранить. Нажимаем поиск. Здесь должны вылетать вот такие вот примерно игроки вот такого типажа, типа Шамуродов, Дзолис, и, короче, вот такие люди, игроки. И все они в теории, вот видите, да? Да, то есть больше нету, то есть только вот 4 футболиста, это Дзоли, Шамуродов, Синг и Плата, может быть Хасан еще, да, какой-нибудь. И все эти игроки, они спокойно продают, этих игроков спокойно можно покупать за 110, за 120 тысяч монет и перепродавать за 210 тысяч монет. Того вы будете в плюсе тысяч на 70-80, в принципе хороший способ, но очень долгий, энергопросто затратный, поэтому ловите того же Шамуродова за 110 тысяч монет и перепродаете буквально за, можно 200, можно 180 тысяч монет. Ну, короче, промежуток 70-80 тысяч оставляйте все равно, и, в принципе, должно работать, потому что у меня сработало, я заработал довольно-таки много на этих футбиках. Сразу говорю, рекомендую использовать кликер, автокликер, обычный там сервер. Конечно, все будет зависеть от того, какой у вас сервак. Если у вас второй сервак, то у вас все это сработает. Если у вас первый или третий, то не факт, но все равно попробуйте, потому что, ну, мало ли что. А так, в целом, работает в основном на втором сервере, поэтому как-то так. Пацаны, сегодня я вам показал два классных фильтра, на которых можно зарабатывать хорошие монеты. Если вам понравилось и эта информация была вам чуть-чуть полезна, обязательно подпишись на этот канал, поставь лайк, обязательно напиши в комментариях, получилось у тебя или нет, и с какого момента ты смотришь мой YouTube канал. С вами был Дядя Никит, увидимся обязательно на днях. Совсем скоро будут выходить новогодние рубрики. Завтра на этом канале выйдет рубрика «Без рынка», 11-я часть, новогодний выпуск. Ну и, конечно же, все, ждите. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам всего самого наилучшего. Ну и всем пока, народ.